Ну а прямо сейчас о происшествиях в регионе, которые произошли за минувшие сутки, подробно расскажет инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД России по Ярославской области Антон Смирнов. Он выходит на прямую связь со студией. Антон, добрый день. Ждем от вас оперативной информации. Здравствуйте, Иван. За прошедшие сутки дежурными частями ОМВД России по Ярославской области зарегистрировано 11 сообщений о преступлениях. 5 преступлений раскрыты в течение дежурных суток. В Ростовском районе раскрыт угон автомобиля. Ранее в полицию обратился житель города Архангельска и сообщил об угоне его автомобиля ВАЗ-2105, который был припаркован на площади в поселке Петровска. Как пояснил потерпевший, автомобиль сломался, и он решил поставить его на длительную стоянку, пока ездит за запасными частями. Вернувшись, обнаружил пропажу. В результате оперативных мероприятий полицейскими сначала был обнаружен автомобиль, а впоследствии, по подозрению в совершении угона, установлены 2 местных жителей. Они пояснили, что завести автомобиль не удалось, поэтому решили его оттолкать в безлюдное место. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. При совершении любого преступления или правонарушения необходимо обратиться в полицию по телефону 02, сотового телефона 102. Иван. Да, Антон, спасибо большое. О происшествиях в регионе рассказал Антон Смирнов, инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей МВД России по Ярославской области.